в темноте практически поставил палатку самосборную. С утра попробуем еще половить. Сейчас поужинаю. Удобная палаточка, ничего не надо, никаких колышков, ничего. Можно, конечно, колышки сделать еще дополнительно, но, в принципе, она и так стоит неплохо. Если ветра нет. Поймал щучку одну, отпустил. Сантиметров, наверное, 5 до нормы не дотянуло, может, больше.